Хожу. Да. Тук сме на деветия етаж и бях точно в Лесния. Да, ще си. Сега нека влезем в отделението, заповядайте. Отделение политравма, мы на это отделение уже ходим где-то больше двух лет. Това е отделението за травми и вече повече от много години идваме тук. Нас знае здесь персонал. Познавани персонала. Мы построили отношения с ними. Имаме отношения с тях. С, да, с сестрами. С сестрите. Значит, с медицинским персоналом. Медицинский персонал. Младшим. Мы друзья. Сме вече приятели. Вот, они знают нас, мы знаем их. Ние ги познаваме. Они нам не препятствуют. Никакви проблеми нямаме с тях. Они нам способствуют. Те само ни помагат. Аллилуйя. За сестрите молились, кстати. И за сестрите дори са молили. Давление от упала, помните? Налягането. Было давление 160 на 190, что там вообще. 190 на 190. Там такое было. Мы помолились. Помолили са. Через 2 минуты прибегает. За 2 минуты тя дива са с радост. Норма. Всичко е в нормите. Слава Иисус. Слава на Иисус. Это норма, даем больным, и мы даем персонал, на чьи сутки. И тоже карточку. И карточки со благотворительством. А когда мы оставляем, не знают, что это мы пришли. Когда тут оставим, те знают, что мы твои знаки за тех, что мы пришли. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Что ты взял на себя все немощи Сергея. Понес на себе все его болезни и раны Иисуса Христа, он был исцелен еще 2000 лет назад. И прямо сейчас мы приказываем всякое немощь, всякое болезнь оставить тело Сережи во имя Иисуса Христа. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты дал ему новую селезенку во имя Иисуса Христа. Боже, новая селезенка будет, появись во имя Иисуса Христа, сверхъестественным образом. Уже ты совершил... Ты сотворил эту селезенку для каких-то определенных функций, и потом во имя Иисуса Христа, пусть она вновь сотворится во имя Иисуса. Боль уходишь прямо сейчас, всякая немощь уходишь, тело полностью восстанавливается и приходит в норму во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Как сейчас себя чувствуете? Как чувствуете сейчас? Чувствуете хорошо. Да. Поверился. Хорошо, Сережа. Слава Богу. Вы молитесь, вы аминь не говорите, да? А? Аминь тоже говорите. Аминь, да? Да, аминь. Я тоже, я верю, я знаю, что есть сила. Я вам, Боже, это сила. Мы общались с тобой чуть-чуть, я говорил. Я только, я тогда мне было плохо еще. Во имя вообще здесь не дочь, здесь наша вера. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Господом. И Спасителем. И Спасителем. Измени мою жизнь. Измени мою жизнь. Навсегда. Навсегда. Своим Иисусом Христом. Во имя. Здесь лежали с 12 этажа падали. С 8 этажа падали. Короче, одного выбросили, не помню, с какого этажа, у него 60 болтов в голове. Понимаешь? Вот. Значит, ну, девушку выбросили 12 этажа, где-то веселились, а потом ее просто взяли, съезжают в квартиру. 12 этаж. Короче, значит, дерево смягчило. Живая просто, я тебе говорю. Очень молимся. Мы верим в Бога, который все просто, все может, наше все верит. Боже, Отец, Боже, что мы сейчас молим Тебя, Ты забедренная.
уже отец прямо сейчас, мы молим тебя за Алексея и просим тебя, Господь, чтобы ты его исцелил от макушки головы до подошвы, Господь. Уже прямо сейчас, Господь, мы разрушаем всякую травму, всякую страсть, всякую силу болезни во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас мы приказываем тазобедренным суставом полностью вас наносить. Прямо сейчас мы всему опорно двигательному суставу по системе будет полностью кости, станьте на место прямо сейчас. Начинайте срастаться. Кость мягкая, начинай срастаться. Немощи болит. Разрушай твою силу во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Спасибо тебе. Полное исцеление. Алексея, макушка говорит, что ты Алексея во имя Иисуса. Спасибо. Что сейчас чувствуешь, когда мы начали? Спасибо тебе, Господь. Честно, он мужчина силен. Да? Ну, видишь? Всегда я скажу такие простые, какие простые слова. Скажи, Отец Небесный. Отец Небесный. Я верю. Я верю, что Иисус Христос, что Иисус Христос, Сын Божий, который заплатил за мои грехи, который заплатил за мои грехи, своей смертью, своей смертью. Воскрес на третий день. Воскрес на третий день. Для моего оправдания. Для моего оправдания. И признаю, что я грешник. Признаю, что я грешник. И каюсь своих грехов. И каюсь своих грехов. Иисус Христос. Иисус Христос. Води мое сердце. Води мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Господом. И Спасителем. И Спасителем. Измени мою жизнь. Измени мою жизнь. Навсегда. Навсегда. Аминь. 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 Спасибо большое, что будет. Так, с большой помощью. Хорошо. Сейчас я пришелся. И надеюсь, что только мужчина говорит, главное, что он не печет, он хочет. Это когда мы не говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что сегодняшний день, когда жизнь начинается с чистого листа. Это не мы сказали, это в Библии там написано, это Бог сказал. Все, у тебя новая жизнь, брат. И теперь вот твое имя написано в вечной книге жизни Иисуса. Понимаешь, что вот реально сегодня у тебя праздник, скажем так. Ну да, но у тебя новая жизнь, брат, начинается. Теперь ничего дьявол не может сделать в твоей жизни. Спасибо. Теперь под покрытием Бога. Слава тебе. Аминь. Слава тебе. Все будет хорошо. Спасибо. И у нас были чудеса, ну, Бог делает чудеса, не у нас, мы свидетельствуем, что выздоравливают такие люди, которые... А ты открыт для Бога, серьезно, ты открыт для Него, видно. Всегда было. Да, брат, это хорошо. Все, больше дьявол ничего в твоей жизни не делает. Спасибо. Только полное возможность. Спасибо. Мы тебе за тебя. Наполняй. Вообще. Главное, мужчина, ты делал. Наполняй. Тут и спасибо. Спасибо. 9 этаж, отделение. На 9 этаж отделение такое отделение политравмы. Отделение тут где-то года два назад. Это 2 недели. Значит. Вот. Вот это себя можно видеть. На месте лежал человек. Здесь один человек. Значит, бомж его, значит, он упал с дерева. Оно ударило. Значит, и сломал себе позвоночник, и сломал себе ногу. И когда мы к нему подошли, вот, он сказал, ну чем вы можете мне помочь? Говорит, у меня сломан позвоночник, у меня сломана нога. И врачи сказали, что они меня сейчас вывозят отсюда. И доктор Каха примахивает мол только себя. Куда-то в парк. Вот, я сказал, что по-человечески мы тебе мало чем можем помочь. Я сказал, по-человечески мало можем. Но Бог тебе может помочь. Очень Бог может помочь. Мы за него помолились, помолились, подняли, землю, и он пошел. И то, тернул ход. Потом помолились за него ногу, и он стал ступать на ногу. И то, запрошено на ход. Иисус его полностью исцелил. Иисус исцелил Господа. Вот он сам, он был в шоке в таком. То есть еще кем-то. Вот, как это так? Как его... возможно то, а? Да? Со щупленным равноченством. Переломана нога. И он ходит. И доходит. Это слава Иисусу. Смотрите, кто бежит. О, 11-е! Спасибо вам.
Ты говорил, что у тебя после аварии, у тебя вообще нет. Это катастрофа, да? Ты можешь находиться. 20 дней я лежал. Больше 20 дней я сам стоял. Все, слава Богу, еще раз. Слава Богу, батя. Бог просто вдохновляет, что надо ходить один. И получаем такой фигбол 4 раза. И спать, который учит. Он мне показал, как надо. И сейчас започал да суча, как я ходил. Мы разрушаем дела дьявола в жизни нашего. Разрушаем дела дьявола. Иисус захватил, чтобы он был полностью здоров. И мы прямо сейчас мы провозглашаем Божье исцеление. Мы просто внедряем в тело нашего брата. Мы говорим, нога полностью восстановись, будь здорова во имя Иисуса Христа. Немощь убирайся прочь, чтобы духа своего не было в этом теле во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Твою жизнь восстановляет и твою исцеляющую силу. Полное исцеление, полное восстановление нашего брата во имя Иисуса Христа. Jesus loves you. Слава Богу за вас, ребята. Слава Богу. Слава Значи бяхме в болницата. Да, как называется еще? Больница скорой медицинской помощи. Бърза помощь больница. Сюда, здесь очень большой поток людей. Има постоянный поток от кого-то. Вот. И здесь очень легко как бы служить. Почему? Потому что и за счет потока людей. И много лестно сослужить, что има постоянный поток. Здесь много посетителей. Има много посетителей. Вот. Мы приходим здесь, служим практически беспрепятственно. Можно идти уже на протяжении 8 лет. Вече 8 години беспрепятственно служим. Вот здесь мы проходим основную практику. И тука не основная практика. Вот, чтобы переступать всякие страхи, разрушаем, не бояться страх, служить неверующим да людям. Не страх, да служим на хората, вот, които имат нужда. Вот так же, слава Богу. Слава на Господа. Это больница. 12 этажа, да? Голяма больница. Слава на Господа. Кто у вас? Сега правим разбор, след като излязохме от аудионите отделения. Человек, значит, у нас покаялось, 8 человек сегодня примирилось с Господом. Несколько, 8 человек приехал Господь Иисус Христос. Ну, с радостью многие принимали Иисуса. Много приехали Иисуса с радостью в церкви. Служили родственникам. Служих мне и също и на родни. Да, которые сидели возле больных. Които бяха там. Вот, одна женщина сказала, я пошла уже на прогулку после молитвы и стала веселее и лучше. Она говорит, я уже встала и пошла. Една от жените каза с радостью, вот, вече стала. Ну, слава Господу, я хотела бы, чтобы вот сестрички тоже поделились. Может, что, и другие сестры също да расскажут. Да, пожалуйста. Слава Господу, сегодня Господь обильно изливал силу свою, обильно благословлял народ, к которым мы обращались. Их сердца были уже готовы. Сердца такое впечатление, что Христос шел впереди нас и готовил их сердца. Нам только нужно было к ним обратиться, и они открывались. И те утваяха сердца. Слава Господу. Слава на Господу. Лена, скажи вот твое впечатление. Лена, би ли рассказывала твое впечатление? Ами, всички сякаш бяха готови, повечето приемаха. Как будто все были готовы и большинство из них принимали молитвы. Да се молим за тях. И имаше и такива, които не искаха. Но были такие, которые отказывали. Да, большинството приемаха да се молим за большинство людей принимали. И се покаиваха, и молитвите за покаяние с готовност. И показывали готовност. Да, и отказваха.
Кто у нас там дальше? Слава Господу. Татьяна. Вот я. Татьяна, сестра, да. Татьяна. Да. Мы были в хирургическом отделении. Я в хирургии там. И чудеса происходили. И вздохни чудеса, так как случилось. Люди, которые неделю назад отказывались полностью. Одна семица на полную отказываха. В этот раз принял Господа в свое сердце. Приемаха с такой улыбкой, с таким Иисус, облегчением. Мне, говорит, легче стало. Человек, который сидел просто вот на коридоре, человек, страдающий сестра, после капельницы, он принял Бога в свое сердце и сказал, во мне что-то произошло. Вот. Мы благодарим Бога. 5 человек сегодня пришли к Богу. Още 5 человек, какой-то приехал Иисус. А первая девочка была молоденькая, Оксаночка, вот, с такой радостью она повторила молитву, с такой радостью выслушала нас. Аллилуйя, слава Богу. Да, у нас сегодня свидетельство есть. И мои свидетельства несколько. 2 недели назад молились с пастором. Годи 2 семьца с пастором. За человека, которому было 2 ключицы сломанной. Со 2 щупени ключицы. Прошлую субботу мы молились. Годи 1 семьца сломанной. Ему намного было лучше. И ему стало по-добре. Мы сказали, что он последнюю неделю тут лежит. И ему казали, ты стоишь тут. Но он сам как бы говорил, да, так. Навряд ли, говорит. Мы говорим, кажется, сомнение, едва ли ваше станет. Мы больше тебя не встретим, сказали в следующую субботу. Тебе не мато видим. И самое интересное, мы заходим. И на интересное. Его там нет. Он дома. Но если я гуня мато, если в кости. Аллилуйя. А реально врачи ему даже говорили, что он еще будет. А врачи те, доктор эти казаха, человек эти казаха, а то не особо правильно. Да. Встретили брата Аким. Значит, он не мог вообще, он после аварии, он не мог ступать вообще на ногу. Слышно, мне наш брат, значит, катастрофа не может доходить. Сейчас мы встретили, он же ходит на костылях. А то, какой-то видях, мы что, вече ходит со спателем. Да, и он и шел нам как раз на встречу. И бича с гляма радость, да. Они христиане, они темнокожие, вот, и они очень были нам рады. Ну, много бяха радости. Мы как братья, как родственные души обнимали. Мы бяха, это братья, Я помню первый раз, когда мы за него молились, мы его не заметили, он был полностью укрыт. Вот. Но когда выходили из палаты, я увидел, что там лежит человек, и он темнокожий. И я подошел к нему, я говорю, мы сейчас за тебя помолимся. Он говорит, помолитесь. Я говорю, мы Иисусу будем молиться. Он говорит, молитесь. Вот. И мы за него помолились, на него очень сильная сила Божия сошла. Вот. И мы потом еще обнаружили, что он еще христиан. Вот. Сейчас он уже на костыле. Да. Запорожье. Да. Я хочу засвидетельствовать. А я приехала. Татьяна. Татьяна, да. Я из Запорожья с очень большой церкви. И вам вот ногу гуляма церква. И здесь я прохожу обучение, и вот как молиться за больных. Когда все молятся за больных. И в прошлый раз я была в одной палате, где покаялась жена и приняла исцеление. А за мужа мне как-то не получилось. Он сказал, я атеист, я не принимаю. Вот сегодня я была свидетелем. Миналия път бях тук и се молих в едно от отделенията за една жена. И тя приедно за нея, мъж някак си не се получи. Но този път... Я была свидетелем, как сестричка подошла и сказала, вы атеист, я хочу за вас помолиться. Ставах свидетел за това, как наша сестра... И как на глазах... И каза, ти си атеист, искам да се помоля за вас. Он изменился в мновение ока. И в моите очи той любовь растопит всякое сердце. Божията любов растопява всяко сърце. Амин. Амин. Да. Впечатления скажешь. Твоите впечатления да расскажешь, брат Николай. Наистина впечатленията ми са много добри. Много очень хорошие, сильные впечатления у меня есть. Видях как един Божий екип. Я увидел как команда, Божия команда. Отива на място с голяма нужда. Идет на место, где есть очень много нужд. И без страх. И без никакого страха. Без колебани. Без колебани. Служи на нуждаещих. Служит нуждаещих. Освобождава Божията сила. Освобождает силу Божию. И носи благовестието на царство. И носит благовестие царство. Това е много полезно, това, което много силно надъхновява. Сколько у вас людей там примирило с Господом? Колко хора видяхте, че се покаяват? Сережа.
Может быть, около 10 человек. 10 человек. 10 человек. 10 человек. Да. 10 человек. Хорошо. Аллилуйя. Кто там сидит? Ну, как бы за нее сказать, то, что она говорила, что мы молились за мужчину, у которого была закупорка, тромбофлебит, на руки, рука была очень опухшая, как арбуз такой маленький, и ноги такие синие, кожа на них полопалась и сползла просто с рук. Кожа-то просто упалась. Вот, и он, в нем было такое угнетение, такая безнадежность в этом человеке. Но две кровати были вместе связаны, чтобы он мог сидеть, и чтобы они не разъезжались, чтобы он не упал. Я развязала эти кровати и зашла к нему поближе. Девочки молились, стояли рядом. Я возложила руки на его руки, на его ноги. И мы начали молиться. Он покаялся искренне. Он доверил себя Богу. Мы молились, и это была вера всех нас. И когда мы помолились, он переменился в лице. Лицо его посветилось, глаза просветлели. У него появилась надежда. И надежда то больше вечера в него. И мы очень счастливы. И несмотря на много радости, что мы могли посеять это. Мы можем допустим туда. Спасибо Господу за все. Благодарим на Господа за всичко това. Ты согласна? Согласна. Вот она согласна. Я согласен. Сейчас мы посчитали. Не сметнах ми на брзо тук. В общем, за сегодня 29 человек. 29 человек. Примирилось с Иисусом Христом. Они пригласили Христа в свое сердце. Сприха Иисус Христос. Вот это вся команда. Это те за всички хора, които работиха днес. Които служиха днес. Каждый высвобождал Божью жизнь, Божью силу, вот, делились спасением и примирилось 29 человек. И за все, слава и только нашему Господу Иисусу Христу. Господь Иисус Христос. Смотрите это видео, делайте то же самое, будьте смелы. Будьте смелы, будьте смелы, будьте мужественны, и Бог будет действовать. И Бог будет действовать. Потому что уже не мы живем, а Христос живет в нас. Но Христос в нас. Можно я дополню еще? Я хочу сказать, знаете, что нас связывает? Наш пастырь, это пастырь любви. То твой пастырь на любовь. Да. И вот мы как семья. И не сме като едно семейство. Держит сила любви. И надержи сила там любовь. Бог нас проверяет, и мы стараемся и учимся любить друг друга. Бог не учит, да се обичаме един друг. Любить друг друга. Да се обичаме един друг. Когда семья в единстве, когато семейство то Бог заедно, огромной своей силой может действовать через каждого из нас. Да, Бог с огромной силой может действовать через всеки один от нас. Поэтому в любви единство. Затова единството се намира в любовта. И в единстве любовь. И единството е любовта. И мы стараемся любить друг друга и быть в единстве. И мы стараем да се обичаме да бъдем в единстве. Это есть такие открытые ворота наших сердец для Бога. Така са открыты наши сердца. Благодарим, что есть такое служение. Благодарим за два служения. Пастыря. На пастора. Я особенно благодарю, потому что я лично искренне вам благодарю. Я действительно получаю здесь свободу и возможность делать то, что хочет Господь делать тук через да меня. Тук да ваша твоя, то Бог искренне через меня да ваша. Аминь. Аминь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со нами. Аминь. 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 Аллилуйя. Вы тоже благословенны. Слава на Бог за всички тези братья и сестри, които не спират да изпълняват великото поръчение. Не спират да изпълняват думите на Исус. Наистина Бог да ги благослови. И да си припомним при тези думи какво Исус каза. Жътвата е изобилна, а работниците малко. Нека да бъдат повече. Благодарим ти, Господи, за всички тези верни работници на жътвата.